Игрок команды «Авангард» Кирилл Семенов привез главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина в хоккейную академию. С победителем престижного турнира встретились губернатор Омской области Александр Бурков, министр спорта Дмитрий Крикарьянц и директор программы развития тренерского штаба академии «Авангард» Николай Кузнецов. На встрече также присутствовал дедушка и первый тренер Кирилла Игорь Семенов. Поговорили о долгожданной победе, о пути к успеху и планах на следующий сезон. Кирилл подписал контракт на год с Торонто Мэйпл Ливс. Конечно, с одной стороны, жалко, что он уезжает в Торонто на год, но с другой стороны, мы понимаем, что он такой вот яркий представитель, да, омской школы, и родился здесь, и вырос, и состоялся как хоккеист, и сегодня попробует себя за океаном. Но нужно подчеркнуть, что здесь заслуга хоккеистов нескольких поколений. Да, вот сейчас дедушка присутствует, да, Игорь Петрович, вот, который играл в хоккей. Сейчас Кирилл, это разные поколения, и как раз это вот все они формировали как раз эту моду. Да. Причем, заметьте, уже мирового хоккея, какой спрос сейчас идет на наших воспитанников и игроков нашего клуба «Авангард». Кирилл Семенов признался, что с детства мечтал играть и побеждать в команде родного города. Когда я смотрел еще по телевизору, в 2004 году «Авангард» побеждал, как ребенку, мальчишке, мне тоже хотелось в своей родной команде выиграть, да, здесь, в Омске. Получилось так, что в Балашихе это произошло. Конечно, хочется, когда построят арену, команда «Авангард» здесь взяла кубок для родного города, для Омска. Это очень значимое событие в этом году. Мы счастливы, что взяли кубок для болельщиков, для всех нас. Это очень здорово. В конце встречи хоккеист и губернатор обменялись памятными подарками и сделали общее фото.